Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире последние 4 заявления 2023 года президента Арменака Абрамяна против Азербайджана были приняты в ЕСПЧ. Благодаря Гаику Геносяну мы привезли армянский танец в Арцах Нарине Абгалян. Грузия готова быть площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Илья Дарчиашвили. Французская пресса осуждает диктатуру Баку. Мы и наши топонимы. Создана база данных блюд. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян вновь подал заявление в Европейский суд по правам человека по поводу преступлений против человечности, совершенных против коренного армянского населения Арцаха в сентябре 2023 года. Напомню, в течение года в Европейском суде по правам человека принимается только 5% заявлений. И в эти 5% входят также заявления, связанные с ущербом, нанесенным массово перемещенным семьям Арцаха. Следует отметить, в 2022 году Арменак Абрамян, будучи президентом, уже передал в ЕСПЧ заявление около 40 человек, насильственно перемещенных из Шуши. Судебный процесс продолжается. События, произошедшие в Арцахе в 2023 году, можно охарактеризовать как совершенное против армян продолжение геноцида. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов гласит, статья 3. Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Статья 4. Коренные народы при осуществлении своего права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, касающихся их внутренних и местных дел, а также на средства и возможность для финансирования автономных функций. Статья 5. Коренные народы имеют право сохранять и укреплять собственные четкие политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свои права. Если они этого желают, то должны полноценно участвовать в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства. На протяжении многих лет, когда я была министром культуры Арцаха, мы с Гагиком Геносяном осуществляли совместные программы. Благодаря ему мы привезли армянский танец в Арцах. Об этом 9 февраля в беседе с журналистами на прощальной церемонии с Гагиком Геносяном заявила бывший министр Арцаха Нарине Агбалян. «Мы работали до последних дней. Гагик Геносян был солдатом Родины, но он не был обычным борцом за свободу. Он был одним из хранителей армянской идентичности. Неудивительно, что его сердце не выдержало. Когда армянская идентичность стала мишенью, стало ясно, что такие, как Геносян, не могут оставаться равнодушными. Думаю, что из-за этого чувства бессилия, бунта и гнева его сердце не выдержало. Я бы хотела, чтобы он преодолел это испытание и чувство бессилия, которое охватило нас, и мы смогли бы довести нашу борьбу до конца». Нарине Агбалян выразила уверенность, что со временем вклад будет еще больше оценен нами и нашими поколениями. Напомним, от сердечного приступа 2 дня назад скончался основатель и художественный руководитель группы традиционной песни и танца «Карин», заслуженный деятель культуры Армении, участник Арцахской войны Гаги Геносян. Гаги Геносян будет захоронен в пантеоне Эйраблюш. Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил в своем выступлении в парламенте, что Тбилиси хочет и готов быть площадкой для переговоров между Ереваном и Баку. Слова Дарчиашвили приводит грузинская служба агентства «Спутник». С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, Грузия сделала важный шаг, запустив инициативу «Мирное соседство». Мы готовы продолжать свое участие в этом направлении в соответствии с потребностями наших стран-соседей. Мы хотим, чтобы в будущем Тбилиси стал для наших соседей местом, где они смогут обсуждать актуальные темы, что будет способствовать формированию доверия между странами. Во время выступления в парламенте кандидат в министры также отметил: «Руководство Грузии предприняло важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном», добавив, что правительство Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе намерено продолжить работу в направлении повышения роли Южного Кавказа на мировой арене. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия продолжает свою взвешенную политику и неоднократно содействовала общению между Арменией и
Азербайджаном. Дарчиашвили выразил уверенность, что для установления мира и стабильности на Южном Кавказе Грузия намерена поддерживать и углублять двусторонние стратегические отношения с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили начал инициативу «Мирное соседство» и предложил Азербайджану и Армении создать региональную платформу для неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В связи с так называемыми президентскими выборами в Баку, которые, по всей вероятности, дадут президенту Алиеву возможность править в течение 7 лет, французская пресса освещает нарушение прав людей в этой стране и растущие угрозы в отношении Армении. В журнале «Фигаро» Жан-Христоф Пюиссо публикует портрет бакинского тирана, который после того, как сменил своего отца Гейдара, с 2003 года председательствует в Баку. Пуиссо осуждает его все более ожесточенные антиармянские высказывания, которые вызывают опасения по поводу новых актов геноцида. «Франс Интер» представляет международное расследование, в котором объясняется мутная деятельность золотого рудника, который управляет компания, связанная с семьей Алиевых. В отчете также осуждаются случаи пыток политических заключенных и журналистов, критикующих режим. Корреспондент «Франс-24» в Ереване Талин Унчан объясняет, что должно измениться для Армении с 1 февраля с членством в Международном карательном суде. Журналист подчеркивает, таким образом Армения надеется получить дополнительную защиту от своего азербайджанского соседа, который отказывается признать юрисдикцию этого суда. В «Ле Пуант» Гийом Перье размышляет о стратегии Баку дестабилизировать Францию, обвиняя Париж в колониализме и действиях в пользу Армении. Перье напоминает, что Алиев использовал эту риторику и в прошлом, особенно во время войны в Арцахе 2020 года. Статьи демонстрируют бдительность французской прессы в отношении ситуации Баку, богатой нефтью и бедной демократии в стране, которая стремится расширить свое влияние в регионе в ущерб Армении и ее союзникам. Один из источников западного Евфрата Западной Армении, который пересекает местность к северу от города Карин и называется Хачапайская вода, турки переименовали в Думслусу. Согласно сохранившейся традиции, ручей получил название от Хачапайт, от привезенного византийским императором Ираклием и спрятанного там Хачапайта Христова, из которого чудесным образом вытекала вода. О Хачапайте пишут многие историки и исследователи. Гевонт Алишан пишет, Хачапайт был спрятан в бассейне Хачапайтами, затем перевезен в Константинополь. Акоп Карнеци пишет, река Хачапайт берет свое начало в горах Тумлии к северу от города Карин и носит то же название. Речка дала начало озеру Хачапайт, также называемому источником Святого Креста, который турки переименовали Думлу или Думли-Бунар. Думлу означает холодный, прохладный, Бунар – источник. Таким образом, турки, переименовав одно слово «Думлу», устранили название нескольких благозвучных и значимых армянских географических объектов. Чтобы сохранить национальные блюда, создана база данных блюд. В базу данных «Нематериальное культурное наследие Республики Армения» добавлен новый подраздел под названием «База данных блюд», который был составлен в результате предварительной инвентаризации блюд в общинах Армении. В процессе приняли участие 160 бенефициаров из 40 населенных пунктов, 20 сел и 7 городов, 50 общин, 10 областей страны. Инвентаризировано около 250 элементов армянских и языцких национальных блюд. В инвентаризации приняли участие государственные и неправительственные организации, частные предприятия и лица, имеющие отношение к данному сектору. Цель инвентаризации – собрать жизнеспособные на данный момент национальные блюда в общинах Армении, чтобы обеспечить сохранение и передачу данной формы наследия, жизнеспособность, распространение и популяризацию. Это также будет способствовать экономическому прогрессу и стабильности гастрономического туризма. В целях обеспечения эффективности процесса база данных будет постоянно пополняться новыми элементами и видеоснимками о блюдах, тем самым способствуя повышению осведомленности о национальных блюдах, их сохранения и применения. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!